все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области солнечно и без осадков. Температура днем минус 4, минус 6, ночью 6, 8, ниже 0. Ветер переменный, слабый, восточный, южный, скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем минус 4, в темное время суток 6 градусов ниже 0, южный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем минус 4, ночью 6 с минусом, юго-восточный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно и без осадков. В дневное время минус 5, ночью минус 8 градусов. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.